Недавно понял одну простую вещь. Вы знаете почему? Или так, не так немножко, вернее. Вы знаете, какой самый простой способ определить наличие ковид в вашем организме? Говорят, что человек теряет вкус. Именно поэтому продажи кофе выросли намного, наверное. Благодаря тому, что можно в любое кофе добавить карамельный, либо там банановый сироп любой. Люди таким простым способом просто проверяют наличие заболевания в своем организме. А особо, наверное, озабоченные своим здоровьем берут это кофе с сиропом по нескольку раз в день. Самый простой способ, самый простой тест. В общем, всем на заметку. Кому понравилась идея, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. Подписываемся на канал. Всем пока.